кого-то вызвать. Никто не приедет. В смысле? Связи нет. Мы же в лифте. Да, кажется, связи нет. Так, можно долго сидеть. Да, можно. Пошло, пошло. Фух. Слушай, я забыла сказать, что он сломан. Да ничего, я по лестнице все равно бы не пошла. А этот кто, ты его знаешь? А, сосед. Какой-то он странный. Да он безобидный. Ну как райончик? Соседи достают? Ой, да не особо. Тут вообще никого не видно и не слышно. Угу. И лифт не работает. Ну, в следующий раз я с тобой пойду. А почему в этот не пошла? Ну, ты не говорила, что будет так круто. Ну, я тебя звала. А я их и не видела больше. Да, их лучше и не искать, и не смотреть. И ленту листать я бы и не стала, забила. Да я так и сделала, но просто иногда мне кажется, что... Оу. У тебя есть что накинуть? Ты как это сделал? Я сам не знаю. Мне надо идти. Спасибо за халат. Я сейчас вернусь.
Прыгнуть хочешь? А если под землю провалишься? А ты раньше прыгал? С чего это ты взяла, что я хочу прыгать? А ты не хочешь? Нет. Смотри, ты сверхчеловек, и это твоя суперсила. И ты не рад ей? А ты как думаешь? Я похож на радостного? Ну, не очень. Ты похож на сумасшедшего. Мне все равно. Может, тебе помощь нужна? Ничего мне не нужно. Что это за зарево там? Где? Вон, смотри. Это пожары? Может, от города светит? Нет, это точно что-то горит. Ну, да. Может, и горит. Ты теперь сверхчеловек? Похоже, что так.